форум я стараюсь посещать регулярно. Я о нем узнала 3 года назад, и вот сегодня уже 3-й форум мой. Впечатление на самом-то деле потрясающее, как и всегда. У меня уже очень много инсайтов, которые я прекрасно понимаю, что уеду и применю. А вот в плане организации мне очень понравилось, что вот сегодня у нас спикеры, зал, аудитория, она сидит в одном зале, кухня вообще далеко. И, конечно же, вот эта вот стендовая позиция, что можно прийти, пощупать, не изучать нигде, не ездить. Оно все вот в одном наборе, как говорится, приходи и бери. Вообще организация форума «Зеленой стрелы» всегда на высоте. Лично у меня это всегда команда, потому что самостоятельно, конечно, когда я была в начале своего пути, я смотрела, что перед тем, как как-то делегировать, что я могу это лучше, а как же я это отдам, передам. А сегодня я понимаю, что у каждого есть вообще своя суперсила, и это вообще кайф ее увидеть, отдать, и человек в восторге, и ты получаешь это удовольствие. И наша команда, она просто как локомотив идет вперед. Поэтому это прежде всего команда, еще раз команда. Классный на самом-то деле вопрос, потому что не только зеленая отрасль, да, претерпевает какие-то изменения, в принципе, ситуация в целом. Как по мне, это возможность действительно посмотреть в себя, развить как-то внутренний российский рынок. И на самом-то деле питомниководы большие молодцы, что они в силу того, что просто так вот путь у них был, они развивались, закладывали, росли. Может быть, чисто интуитивно они знали, что рано или поздно они с этим столкнутся. Как по мне, я не испытываю особый дефицит того посадочного материала, о котором сейчас идет речь, потому что у нас классный посадочный материал уже есть внутри рынка. Да, он, конечно же, подороже, но от этого просто вырастет цена, как я себе вижу, и ничего больше.